Dire team's turn to pick. Puck. Так, ну что ж, начинается у нас наконец вторая карта. Очень быстро начали стадию пиков, да и стадию банов пролетела также практически незаметно. Но что же у нас тут происходит? Коллектив Burn in the Fire играет за Radiant, за Dire, Evil Pandas, Omega. Посмотрим, что на этот раз получится. На первой карте как-то Биф, кажется, растерялись очень серьезно, когда увидели, как противник проходится по всем линиям. Ну и пришлось придумывать, что им делать. Но найти решение не удалось. Надеюсь, в этот раз хотя бы пики как-то смогут противостоять. Ладненько, что у нас тут уже имеется? Sand King Apparition уже куда поинтереснее смотрится в плане агрессии. Ну и веник Некрофос для Пандас Омега. Интересненько, веник в прошлой карте зашел очень неплохо, но проблема была в том, что у оппонента был очень пассивный лейн. Сейчас такого не наблюдается. Здесь есть Apparition, который очень много дамажа может вносить, Sand King со своим контролем. И по-хорошему какого-нибудь еще агрессивного кора взять. Ну и все, веник уже должен будет отъезжать. Вот что с Некрофосом пока делать? Ну, есть Apparition. Может, это они воспринимают как такой серьезный контрпик. И в некоторой смысле так оно и есть. Однако, чтобы добить Некрофоса, надо тоже очень много дэмэджа. Пак, Apparition, Sand King — это все хорошо, но теперь придется добирать каких-то коров, которые смогут ему противостоять. А еще желательно, чтобы прикупили диффуз. Посмотрим, кого же они выберут. Персонажей, конечно, в последнее время развелось, кто этот артефакт повретает, очень много, но... Мирана? Ну ладно, посмотрим. Мне не очень нравится, честно говоря, Мирана, которая собирается в... такого... в классического старого доброго кора, который прикупает всякие манту, диффуз, молнии, там, драгонлэнсы. Вот такая Мирана меня несколько печалит. Ну что поделаешь, у некоторых это работает, у некоторых это не работает. И, кстати, вторых, честно говоря, гораздо больше. И вот именно поэтому мне Мирана и не нравится, именно в таком амплуа. Ну, что поделаешь, может быть, я увижу, как ее надо исполнять. Ну, честно говоря, сомнительно, тем более, что там еще душаман. Контроля очень много, если будет большое желание, он просто прибежит в мид и скажет «Привет, вот тебе сеточка, вот тебе пару ударов в струке». О, у него удары очень увесистые. С ним придется как-то считаться. И, скорее всего, даже стягивать какого-то саппорта на мид. Ну, что поделаешь, такой вот этот персонаж. Ладненько. Есть какой-то план явно. Шейкер еще добирает панда. Ну, слушайте. Теперь мне нравится это гораздо больше. Шейкер, скорее всего, при этом отправится в сложную. Возможно, даже вместе с Веномансером. Кстати, вот действительно. Шейкер может уступать как третья, как четвертая позиция. Веник. Третья, четвертая, пятая. Ну, кстати, и на первой позиции он периодически уступает, и на второй. Да, Веник слишком гибкий персонаж, чтобы придумывать, куда же он все-таки отправится. Ну, может быть, они нам покажут что-то очень интересное. Так, убрали. Ну, это, конечно, хорошо. А кто же там такой кастер тогда должен быть? Я даже не знаю, действительно, против кого надо банить Пугну. Лина какая-нибудь? Да вряд ли. Хотя, если Мирана пойдет в изи, то какая-нибудь Лина была бы очень интересным выбором. Но у них нету танка-инициатора, какого-то персонажа, который просто пойдет вперед, постоит или на себя забайтит. Как они собираются тогда проводить драки? Ладно. Посмотрим. Templar Assassin.
Так, пока появилась темпларка. Ну, персонаж красивый, персонаж хороший. И урона много, не агрессивная, и при этом не особо боится вот этих магических прокастов, которые пока что имеются. Мирана не страшна, и Пак. Ну, это Парисон под вопросом, но он же не будет постоянно ментисоваться. Теперь убив еще больше проблем. Помимо того, что тут Некрофос, которого попробуй ты придумай, как убивать. Там еще темпларка, которая со своим рефракшеном, и в нее тоже очень надо много всего всадить. И опять же Шейкер, забыл про него, и вот тебе снайпер. Ну, кстати, против темпларки выбор неплохой. Дистанция большая, ну, хороший спел на дот-эффект. Может быть, оно и сработает, по крайней мере, с мидом. Вопрос, правда, что делать с остальными линиями. Паку будет очень сложно стоять против шамана плюс один. Этим плюс один вопрос тоже, кто будет, веник или некрофос, потому что некр также может отправиться в сложную вместе с шейкером. Почему бы и нет? Действительно, там могут устроить вакханалию. Посмотрим, посмотрим. Такс. Леха берет у нас некрофоса. То есть это легкая линия. Ну, хорошо. Или нелегкая. Что-то я запутался. Ну ладно. Все это, конечно, весело. Нет, Леха у нас действительно идет на легкую. Вифаш на темпларке в мид. Ну и веник действительно опять отправится у нас в сложную линию, видимо. Но на этот раз ему будет помогать Шейкер. И вместе вот как-то они могут закрыть кого-то, змейками заплевать. И если они придумают какой-то еще гель на первой стадии, в начале игры, будет вообще хорошо. Так, ну что ж. Если смотреть чисто на пике, то, честно говоря, мне опять больше нравится пик коллектива Evil Pandas. Ну, серьезно, они как-то и поагрессивнее, и чуть более сейвовые, чуть более классически смотрятся. Ладно. The Radiant у нас играет на этот раз коллектив Burn in the Fire. Ну и тренируюсь у нас на снайпере, на паке поиграет Worst Dota Player. На Миране Доминатор. Ой-ой-ой. Лача. На Паришне. Вспомнил. Ну и на Сент-Кинге Хоуп. Их оппонентом выступает Evil Pandas. Вот Асинг играет у нас на Эршейкере. На Шаду Шамане Пентаджи. Комнатный Рэмбо. Ага. Играет у нас на венике. Ну, кстати, ему очень повезло в прошлый раз с линией. В этот раз посмотрим, что у него получится. Так, идем дальше. Темпларка у нас Вифа. Ну и на некрофосе Леха. Блин, ну на самом деле ник у него очень потешный. По крайней мере, пабный. The Soul is Mine. Ну, естественно, правильно звучит. Но все равно, пока что он очень подходит ему. Стоит себе, не парится. Против двоих, против троих. Да какая разница? А там змейки, вот с ними и сражайтесь. Такс. Посмотрим, как у нас начнется игра для Пакова. Потому что вот именно его линия смотрится наиболее напряжной. Все-таки Некрофос здесь и Шадо Шаман. Ну, Шадо Шамана слишком увесистая плюха, чтобы с ним размениваться, а игнорировать как-то не получится. Там и удары будут увесистые, и сетка есть. Где-то загуляешь, получишь в себя вот этот злополучный контроль, и вместе с Некрофосом они попробуют тебя убить. Такое себе счастьеце. Так, кто у нас тут? Шейкер в смоках вышел поздновато. Ну, попытался куру подрезать, но увы. Вот о чем я говорил. Пак поймали в сетку, пол хп уже нет, придется отходить. И, ну, конечно, тангусов он затарил очень много. Но одними танги сыт не будешь. Придется что-то еще придумывать, может даже саппорт какого-то стягивать. Но если они стянут саппорта с нижней линии, то веник получит полнейший фрифарм. Я даже не знаю, что они потом будут делать с ним. Опять же, он просто получит змеек, не будет подходить и попробует его цепани. Так, в миде у нас тут все более-менее пока что
Хотелось бы сказать ровно, но темпларка, которая задонаила 6 крипов снайпера. Ну, это такое себе. Так. Шейкера цепанули. Есть по нему колдфит, но он не примерзнет. Все-таки с него надо начинать. Ну и что же, агрессия вроде в начале есть, но такая немного неорганизованная. И вот теперь уже выходит в спину Веномансеру. Он это видит все на вардах, поставил еще пару змеечек. Ну и все. Еще и донает своих же змей, неплохо играет, но однако он получил колдфит. Есть, эру сюда в спину, ну и это будет ферстблад для Паришина. Отличненько, вот это... Должно было происходить на самом деле еще на предыдущей карте, но что-то пошло явно не так. Пошел явно не так пик легкой линии. Не могли они просто агрессировать. В этот раз все гораздо лучше. Ну а теперь под вопросом стоит, как Мирана покажет себя в гипотетическом мидгейме. Опять же, я всегда очень сомнительно отношусь к этому пику. Поэтому за ней еще понаблюдаем. Так, что у нас тут? 13 на 7 темпларки крипстат, 8 на 2 у снайпера. Ну, не сильно-то он и отстает. Да, конечно, неприятно. Его разминают постоянно псиблейнами. Ну, куда ж ты денешься, темпларк, в конце концов? Так, Мирану тут чуть-чуть оставил в покое Веномансер. А, потому что он переключился на лес. Понял. Вот серьезно, я немного не понимаю, почему он максит Poison Sting. Ну, тут плюс 9 урона физического, а там плюс 3 ДПС с Poison. Ну, ладно. Мне кажется, что змейки все-таки попрофитнее будут. Так, фиссуры, отлично, отрез для пака. Пак получает сетку, плюнули в душу, но пак не должен выживать отсюда. Хотя забрал шейкера на развороте. Я думаю, что он не сильно против такого размена. Так, ну а снизу опять подловили Веномансера. Ну, на этот раз его будут тут наказывать. Возможно, даже есть смысл уже сейчас отходить в лес. Так, ну темпларку была попытка убить. Опять же, чуть подсейвил ее рефракшн. Бутылочку отпила. Ну и более-менее неплохо себя чувствую. Через 15 секунд появится руна. Главное ее найти. Я думаю, что шейкер поможет. Нет, шейкер не поможет. Шейкер пошел за руной. Какой жадный шейкер. Ну, есть инфа уже у снайпера, где лежит руна, поэтому он идет ее забирать. Кто-то темпларка в ту же сторону выдвигается. Но нет, руну она здесь уже не найдет. Ну вот, плохо. Темпларки в таком случае могут быть проблемы в ближайшие несколько минут, если сюда кто-нибудь придет. Но сюда уже выдвигается Сент-Кинг. И пора забрасывать шрапнель. Ай, на варде стоит. С этим Пларк уже не подлезет, возможно, даже пойдет на базу отхилиться. Хотя через 30 секунд будет Шрайн, может быть, и подождет чуть-чуть. А тем временем Веник наглеет, знает, где Сент Кинг, поэтому он не особо опасается. На колдфит он, естественно, сам не замерзнет без посторонней помощи. А значит, и Эру не получит. Все очень просто. Так, пока опять подловили, сетка. Ну, на арбу он уже точно не улетит. Однако ХП может так случайно хватить. Так, веник, до конца. Нет, передумала типа Таур. Ну, конечно, ХП он очень много потерял. А чё он хост не прожил? 3-4 удара бы заэвейнил. Ладно, все это лирика, но опять у нас Сент Кинг тут напоролся на змеек и Вижн, поэтому ничего не получилось организовать. Придется что-то придумывать еще. Мираны тут делишки более-менее обстоят, и давайте уже глянем, что там у нас по нетворсам. Ну, в принципе, кто фармит, у того нетворсы есть, а саппорты и хардлейнеры бегают, страдают. Ну, очень ровно пока что идет игра. Даже неожиданно ровно. Так, а тем временем пак, очередная арба потрачена. Можно теперь понаглеть шадоу-шаману. Прекрасно понимает, что пак ему сейчас ничего не мог сделать. Ну, два удара маловато, я думал, что он тут... Посерьезнее будет наваливаться. Ладно. Так, с миди у нас уже пошли ассасинейты. Хм, жестоко. Так, у Вифы проблемки. Видимо, шрапнель нет. Нет, есть два заряда шрапнеля. Почему он не забрасывает?
Не, ну сейчас ассасинейт использовать бессмысленно. Там есть рефракшн. Простите, что? Ладно. Вообще, по-хорошему, на тебе появляется... Не над персонажем, а в статусе появляется, что в тебя заряжается пуля. По-хорошему, он должен был обратить на это внимание. По крайней мере, против снайпера 6-го уровня. С таким хп играть. Ну ладно, ошибся. Будем считать, что это разовый случай. Потом поправится. Ну и теперь вопрос, что тут на топе забыл Сэнд Кинг. Видимо, хотят попробовать забрать Шейкера. Шейкер или шибко везучий? Или он что-то знает? Ну да ладно. Как дела у нас в миде? Есть взорванная трэпа, однако... Топларк сюда не побежит. Хотя бы просто потому, что... Да у нее мувспида не хватит, чтобы добежать на такой рейндж. Так, подцепили лег, пол хп снесли, хост прожал, плюнул в душу всем. Ну и отхилился. Ему нормально. Так, пошло замедление, сюда же телепорт от шоту шамана. Они же сейчас на развороте заберут какого-нибудь пака, маны-то у него нету. Хекс, отлично, сейчас пойдет сетка, однако стики проедает, вроде живет и добивает пака. И нахиливается уже некрофос, не особо парится, 6-й уровень получил. Чаще, если Сэнд Кинг вылезет, то косу в лицо можно немного огрести. И нет, не рискует. Ну и правильно на самом деле. Некрофоса так просто не остановишь. А тем более сейчас 6-м уровнем. Так, Мирана прожимает ультимейт. Лезет на веника. В наглую. По хп ему снесло. Слушайте, у веника проблемы, я ру в молоко. Нет, отпивает с флаской и вроде живет. Там на топе. На некрофоса. Втроем. Очень много хп снесли. Ну вот. Деспульс, стики под костом, пол хп есть и все. Противник уже ничего не может сделать, они все в него потратили уже. Ну, этого персонажа реально надо будет нерфить в следующем патче. Правда, я даже не знаю как. Пассивка на хп реген у него была всегда. То есть она раньше была... Ой, как же она раньше называлась? Садистик чего-то. Так, фиссуру положили на Мирану. Ну ладно. В общем, пассивку на хп реген и мана реген при убийстве убирать нельзя, однако деспульс, телек, хост надо как-то перерабатывать. Наверное, все-таки хост надо переработать. Ну, слишком круто в начале, да и в конце, честно говоря. Шальной астрал, дополнительное замедление, куча хила. Ну, это действительно слишком сильно. Так, в миде у нас тут Шейкер пришел на свою голову проблему с Кадзи, кинули по нему опять шрапнели, пуля. Ну, до свидания, в таверну. В этот раз у нас делишки очень круто обстоят. Убив и... Да. Не рано. Вроде бы и неплохо. Вроде бы неплохо начала. Однако, если посмотреть на ее артефакты, то не совсем понятно, что она будет делать в течение следующих 2-3 минут. Потому что, ну, некрофосу она вряд ли что-то предъявит, кроме Старфола. Да и темпларки, честно говоря. Ладно, видимо, вся игра будет идти от снайпера. Хотя на снайпера тут выход. Шаман дотягивается сейчас сеткой, но начинает с хекса и... Конечно, неприятно, но куча мясов от темпларки под хайграунд. Умирает здесь Shadow Shaman, разворотится еще и темпларку, возможно, примут. Пол хп она уже потеряла, сейчас пойдет. Просто ассасинейт, хотя прожимается. Ну, рефракшн-то уже закончился. Прячется в инвиз, фиссуру положил, Шейкер неплохо. Ну, разрывает, Дримкоил умирает из-за этого. Ну, такое себе счастье, конечно, вроде практически убили снайпера. По итогу он еще и сам всем навалял. Тяжко. Снайпер, снайпер. Молния уже практически готова. Так, пошел очередной ассасинейт, скорее всего. И да, действительно, спасется ли темпларка. Есть еще один рефракшн. Отлично. Очень таймингово он откатился. Ну и теперь шаман. 4-й уровень всего лишь. Даркан тапок еще очень много. Придется мечтать, упросить у кого-нибудь.
Так, с... Мирана. Линка? Первым же артефактом? Слушайте, они... Да зачем? Не, ну сетка, хекс, коса, это, конечно, хорошо. То бишь плохо. То бишь выйдет надо, но как же дэмэдж? Ты вроде стоишь на первой позиции, убивать надо. Подкопали, он у шейкера пух потерял, на колдфит примерзнет, и ару получил в себя же. Ассасинейт заряжается, но шейкер 100% умрет, хотя нахиливает шрайн очень много. И неужели он еще и выживет? Шрапнель очередная забрасывается, снайпер настреливает у нас по венику, сюда же двойной старфол. И уже даблкил для виномансера. Еще и сетку получает снайпера. Снайпера-то можно попробовать забрать, то там не лучший. Фиссуру положили, но при этом потерял... А, вот коса это аргумент. Я уже думал, что просто отрезали некрофаса, но у него все еще есть. Хорошо. Вот такие файты им очень нужно проводить. И только что Паришин спалил здесь некрофаса. Должен будет давать инфу умирания, чтобы она не подставилась. Пак. 8 уровень. Видимо, летит ему в дискорд. Ну, вроде бы и неплохо. Хотя... Не, ну и сложные линии будем считать, что это нормально. 13-я минута, дискорд, тапочек, стики. Ну, плюс-минус, более-менее. Обузится, естественно, дискорд на то, чтобы побольше маны шрайн восстановил. Ну и куда-то выдвигается у нас такая компания. Но вы они были на вардах. Снайпер. Вот персонаж, которому лучше всего на карте, на самом деле. Ну, там, на 50 золотых лучше некрофасу только что было. Но, честно говоря, ситуация для него просто великолепная. Мейлшторм есть, поэтому фармить будет достаточно быстро. Раньше атаки уже выкачал, поэтому стоять будет так же далеко. Однако сейчас он очень опрометчиво остался один в миде. Фиссуру на него положили, но... Шаман почему-то развернулся. Он же вроде вот так заходил, но потом как-то передумал. Может, боялся, что у снайпера за спиной кто-то стоит. Но на вардах же видели, что его просто саппорты кинули. Да. Ладненько, Мирана. Фейзы, Персеверанс. Вроде держится хорошего нетворса. Не отстает особо ни от кого. Ну, блин. Такие артефакты, с которыми она, ну серьезно, не способна никуда выдвигаться. Если только где-то эру забрасывать под колдфиты. Честно говоря, не этого ожидаешь ты от своей первой позиции обычно. А когда он просто будет врываться и просто убивать всех и вся, ты такой там, где-то станчик дашь, где-то подзамедлишь кого-то, ну и на этом вся твоя игра и заканчивается. Вот к чему нужно стремиться, когда вы ставите триплу кого-то. Вот кого надо брать в кора, но по итогу имеем, что имеем. Рано будет играть через... Линкен сферу. Да, будет чуть поплотнее. Да, и не так легко будет цепануть. Ну, не знаю. Мне такое решение не очень нравится. Так. Очередные колдфит пошли по шейкеру. Ну, шейкер, возможно, выживет. Хотя, примерз, конечно, но жить будет все же. Пак. Прыгать не будет. Шейкер через деревья откапывается. Ну, тут шейкер на развороте должен будет выдавать ему кучу стана. Ай, тотемом не попадет же. Нам фиссуру просто не хватает. Да ладно. Просто в наглую телепорт и косу не успевает зарядить некрофас. Как же повезло здесь этому Сент-Кингу. Просто жуть. Ладненько. Снайпер. 13 уровень. Не, ну у снайпера все великолепно. Еще и Морбит маску себе несет. И в скором времени будет у него уже мам. Ну просто великолепно у него дела. Пора завязывать драку. Надо кому-то... Ну, Сент-Кингу с паком лезть вперед, и чтобы снайпер из-под тяжка настреливал. Это будет просто шикарнейшая драка здесь. Для биф, и по-хорошему они могут даже ее выиграть без особых потерь. Серьезно. У них снайпер есть, который очень хорошо себя будет чувствовать в этой драке. Если только в спину никто не зайдет. Так, веник нашел Сент-Кинга, но что-то как-то его замедления со змеек не хватает здесь. Билд абсолютно такой же, за исключением того, что он золото практически не вынес на этот раз. Так, типа на Мирану прожимается ультимейт ею. И что подаст там? Ага,
Есть центр от шамана, но слишком далеко уже Мирана убежала. Сентри уже не будет. Да ладно, успевают накинуть косу, забирают Мирану. Но Сентри там уже не видела. Просто ультимейт в какой-то момент. Хаслэм, отличная шейхра по двоим Фиссура. Но Фиссура уже не лучше, но этого хватает для того, чтобы цепануть здесь Сент-Кинга. Ну, что, серьезно? Он просто ушел в инвиз, и ему норм? Ну ладно, снайпер по итогу на развороте еще шейкера Шрапнелью добил. Темпларка с даггера прыгает. Ой, добивают все-таки снайпера. Ну вот даггер, это, конечно, очень неприятно. Нужно срочно прикупать себе форстав на снайпере для того, чтобы уходить от такой агрессивной атаки. Ну что, по итогу 2 в 1. Неплохо. Шейкер с даггером, это очень-очень круто. Так, Спак. Ну, кстати, у Пак тоже за даггер будет в скором времени. Ну, небольшая, но все-таки оправдание в пользу Пака. Может быть, даже с этим получится как-то получше подраться. Но теперь придется учитывать действительно шейкера, который может внезапно оказаться у тебя на голове и по пол хп всем посносить. Единственная проблема, он авторшок качнул всего на один раз. Я думаю, что это он в скором времени исправит. Все-таки Фиссура уже размакшена, но тотем такому шейкеру не особо нужен. Это такой старый добрый шейкер, который максил первую, а потом максил третью. Эх, все новое, это хорошо забытое старое. Так, тут немножко сгущаются тучи над двумя саппортами коллектива Биф. И Санкинга нашли, есть хекс, сюда же прилетает сетка, шейкер врывается. Тотем, Фиссура, пол хп уже снесли, Сентри поставили, хоп, просто через Фиссуру откапывается, наверняка его добивает. Хорошо, добили одного из саппортов, ну а Паришин, видимо, уйдет отсюда. 29 секунд еще на ТП откат, но, честно говоря, его там искать и не собираются, по-моему. Вроде бы и неплохо, а вроде бы и как-то шейкер не так уж и много золота он им привез. Ну, 285 золотых заработали, 100 у него отобрали, грубо говоря. Ну, такое. Так-с. А вот 15 секунд эхо слэма, это уже очень круто. Можно и самим теперь куда-то пойти подраться. Полноценно, 5 на 5. О, еще и змеи есть у шаду шамана. Ну, просто великолепно. Идти и сносить тавр. Вот все, что им нужно сейчас идти делать. Не рано. Ульту прожала. А зачем? Не понял. По итогу они весь ультимейт Мираны просто идут к оппоненту. И по итогу он увидит. Но шаман сам под эру подставляется. Ну не, ну это, конечно, труп. Ну, ладно. Не, шаман тут, конечно, мог попробовать как-то уйти, хотя там лепешки. Не, наверное, все-таки не мог уйти, но по итогу принял храбро смерть и решил отправиться побыстрее отдыхать. Ну, быстрее умрешь, быстрее поднимешься, все в порядке. Так, на мазле гелем у нас здесь Сент-Кинга. Правда, снайпер прибегает, будет помогать на развороте. Сент-Кинг копать будет Виномансера. Виномансер должен умереть. Еще и вот это Паришина прилетает. И Бларка, правда, в него ворвалась, косов снайпера. Ну, отличный размен в таком случае. 2 в 1. Ну, конечно, веника потеряли, но это хардлейнер, который может себе позволить так отдыхать в таверне. Ну, а то, что снайпера забирают, это, конечно, очень плохо для коллектива Биф. Еще 2-3 раза его так заберут, и может преимущество над ним увеличится очень серьезно. Все-таки фармит он, конечно, быстро, но не как алхимик. Так, Смирана. Линкет сфера уже практически готова. Счет при этом 3-1-1. На 21-й минуте. Первая позиция. Не сказал бы, что счет какой-то очень хороший. Но опять же, просто потому, что это Мирана Кор. Ей надо много артефактов, чтобы убивать. А коль она уже с Линкет сферы начала, то этих артефактов придется покупать еще больше. Оппонент-то покупает все на драку. А это для того, чтобы жить. Ну и вот он в плане диффуз. Вроде бы и хороший артефакт, но опять же, будет очень поздно. Капларка с ДДшкой без особых проблем будет расправляться с Рошаном. Ой, еще не лучшим образом полетел у Парата. Мог, в принципе, спалить там Темпларку на Рошике.
Так, а прочекать? А прочекать Рошана? Нет? Ладно. Ладно. Не хотят чекать Рошана. Но по итогу будут сражаться против Темпларки с Аегисом. Ну, что поделаешь. Шрапнель, конечно же, забрасывается. Еще и ассасинейт заряжается. Вроде бы и неприятно, а вроде бы и... Черт с ним, Махаслаем. Отлично, чекеры снайперы должны забирать. И опять через косу. Без особых проблем. Да, два ультимейта, но что... Я думаю, что им не особо жалко. Да... Это что делать этому снайперу теперь? Так, еще и пака здесь нашли. Естественно, добивают. Правда, в размен на Shadow Shaman. Еще и, скорее всего, Сенкинг заберут Эру. Мимо. Так, а там есть второй? Йо, да, действительно, догорит здесь Сенкинг. Еще и Мирану, типа, на Мирана тоже, скорее всего, отправится в таверну. Слишком много на ней ядов. Должна дотикать. И аппарат. Аппарат пытается тут... А, наш Райн проюзал. Ну, хорошо, выживает теперь. Вопрос, что делать с Апаришином? А, ну, даггер и понятно, что делать. Хорошо. Ну и по итогу возвращают себе инициативу коллектив Evil Panda с Омега. Немного не получилось у них вначале это организовать, но зато в середине игры очень даже неплохо они реализовывают своих персонажей. Ну и артефакты по ним покупают для того, чтобы... Просто идти, давить, и в очередной раз подцепили Мирану, плохо уже потерял, однако, эпицентр, забрали Шейкера, ну, Дримкоил по четверым, вот сюда бы этот эпицентр, ну да ладно, пак, ну, пак умер, ладно, теперь снайпер возвращается, вот теперь он настреляет, убивает Шаду Шамана, добивает нужный Некрофоса, Некрофос сейчас примерзнет на колдфит, или, нет, он все-таки отошел, Темпларка стоит в инвизе, получает Эру! Эру, вы понимать же должны, что Темпларка здесь, Темпларка вылазит и просто под рефракшеном забирает снайпера. Че переключается? Ну Темпларка сейчас всех тут, скорее всего, подобирает. Это только Аегис. И нужна Эру, нужна тайминговая Эру. Темпларка спряталась в инвиз. Ой, как же Миране будет сейчас больно. Эру, получили, Старфол, вроде бы неплохо. Ну вот Мирана умирает, теперь еще и Сэндкинг должен будет попробовать уйти отсюда. А даггер? Нет, не успела она сделать этот удар. Центре тут, конечно, не хватило, но слишком жирно бы уже тогда было. Ну, по итогу размен сколько? 4 в... 5? Ничего себе. Ну, еще и биф остались в небольшом, но все-таки плюсе здесь. Ну, тут не учитывается, что Тавр упал, что как-то Темпларк все-таки выжила и при этом кучу фрагов написала. Так, что такое себе счастье. Темпларка очень быстро сейчас будет набирать артефакты. Уже 4000 имеется. Она только что купила Дизоль, забрала Рошика. Сразу после этого 4000 через 2-3 минуты. Отлично. Вопрос только, что она прикупит. Вариантов уйма. БКБ для того, чтобы жить подальше. Какая-нибудь Hurricane Pike для того, чтобы в замесе туда-сюда двигаться, постоянно искать себе новые цели, да в конце концов обузить. Так, пак врывается на шамана, однако сейчас получит ответку. Нет, шейкер спалил себя. Так, вернемся к темпларке. Есть криты, то бишь Дейдалус, есть МКБ, есть Бладторн. Ну, диффуз он очень ситуативно и обычно против все-таки Некрофа соберется. Ну, почему бы и нет, дополнительное замедление. Может быть еще что-то еще? B1F, ну, пожалуйста. Вообще-то Burn in Fire коллектив, поэтому они как раз-таки сокращаются как биф. Так что немножко ты не прав. Так, Сэнд Кинг. Где ульчик себе собирается прикупить? Ну, хорошо. Хорошо. Однако спасать это вряд ли будет. А вот если какую-то темпларку забросить в Юл посреди драки... Просто чтобы она 2 секунды потратила и полетала, никого не убив. Снайпера таким образом можно спасти. Ну и все-таки это БКБ у Темпларки. Хорошо. Хорошо. Шамана бы еще даггера, кстати. Они бы вообще круто врывались и не оставляли бы шансов никому. Однако, в Moonlight Shadow попробуют зайти. Эпицентр разряжается, пак врывается в Некрофса, Некрофса убьют очень быстро. Теперь еще и надо добрать шамана. Хаслэм в никуда пошел. Ой, Шейкер очень сильно ошибся, поэтому его тоже забирают.
Ну и теперь веник отсюда не уйдет. Шрапнель под ногами, замедления очень много, хотя дэмэджа... Ой, как же мало дэмэджа здесь. Мирана вообще с руки практически не бьет. Удивительно. В скобочках нет. Фейзы, Линка. Где это? Хоть все, 200 урона почти. Значит, слишком плотный некров. Свиномайцер. Едем дальше. Выигрывают немного себе времени Биф. Попробуют еще как-то выфармить какие-то слоты, чтобы темпларка не так сильно напрягала. Чтобы самим врываться, уничтожать вот таким же образом. Однако, возможно, панды здесь придумают, как противостоять вот таким нападкам из Энхиз. Да, по крайней мере, купить Синтрей и расставить апсы какие-то агрессивные. Ну, нужно наперед видеть, как оппонент заходит. Опять на веника атака, Старфол. Пухпон практически уже потерял еще и арбой. Попадет здесь пак, ну и руками, скорее всего, просто забьют. Конечно, он очень долго жил. Ну и пак, естественно, улетает на базу. Так, а вот и Хюрикин Пайк у снайпера. Теперь же темпларка. Ну, не сказать, чтобы ничего не сможет сделать. Но у снайпера хоть какие-то шансы появляются на выживание. Может быть, как-то... Опаньки, Некрофус догон купил. Неожиданно. А как же веселый Рейдианс? Хотя против снайпера Рейдианс... Может, действительно и бесполезно. Сэндкинг. Тут несколько может подстрять, хотя нет. Даггер, тэп-аут. Все в порядке здесь. Эншент топоришем. Бедный саппорт пятой позиции. Даже не дает подфармить его на кхоз для того, чтобы от темпларки спасаться каким-то образом. Ну это тоже палка о двух концах. Ты спасешься от темпларки, но тебя накроют кучей прокастов. И что ты будешь делать с этим кастом? Может, все-таки есть смысл задуматься о каком-нибудь глимере? Все-таки... Ну ладно. Может, оно и не особо-то и лучше. Второй инвиз на команду. Там все равно досты сейчас будут появляться, скорее всего. Так, прожимается Млайт Шадоу. Снайпер. Ну, забирают здесь шаманы. Правда, там в ответ будут пробовать что-то предпринять. Темпларк с Некрофосом. И Эру. Эру молоко. Так, Сундкинг врывается и копнул Некрофоса. Ну, Эру в откате. Эру в откате, пак. Нет. Тоже не прыгнул. Ну, по итогу друг друга попугали. Ну и на этом все. И он полетел опять. Ну, окей. Мирана. Мирана. Так, диффуз есть. Теперь с хостом как-то поприятнее будет, но, блин. Очень поздно этот диффуз. Очень поздно. I'll take your tribute. 4 в 4, если это про драку с Аегисом, то его считают тоже за жизнь. Пум-пум-пум. Когда у нас уже Мирана начнет действительно приносить, ну, не то чтобы пользу, но когда она начнет действительно дамажить. Там очень плотные противники. И рефракшены, и дискорды, и там у Некрофса тоже уже статов очень много для того, чтобы переживать эти атаки. Что-то подстрял немножко Сэндкинг. И вот темпларка в соло забрала. Как-то очень сильно, видимо, ошибся Сэндкинг. Песок вроде бы использовал Бору Страйк. Ладно, немного не понял. Напали на веника, веника убивают через этот парад. Пак здесь также пока живет. Ну и Млайт Шадоу для того, чтобы как-то пережить всю последующую агрессию. И своевременно, если честно. Так, темпларка. Вот он его. Ну и остается пауза. Что будет сейчас предпринимать коллектив Burn in the Fire?
Им по-хорошему нужно как-то пикофнуть, написать 1-2 фрага и пробовать забирать Т2. Или же расставить хороший вижен для того, чтобы видеть, как подходит шейкер. Потому что, когда он вырывается, драка в половине случаев уже подходит в таком случае к логическому завершению. А вот если не дать ему ворваться... Предыдущие драки, собственно, ему ультимейт не дали раскастовать, потому что, ну, даггер сбили, там, шрапнели, что ли, или молния отскочила. По итогу драка была выиграна практически в салат. Если такое повторить, можно будет выйти действительно на третью карту. Темпларки тоже делишки очень круто сейчас обстоят, однако вынуждена она была почему-то купить диффуз. Да, дополнительное замедление это круто, но это не самый боевой артефакт. Дэмэджа он дает не очень много, поэтому можно будет еще как-то, блин, как-то даже правильнее сказать, не то чтобы терпимо ее ощущать, но... А, может это, кстати, против Коста Паришина, которого еще, кстати, нету. А может это она его собирается снимать? А что еще можно тут придумать? Честно говоря, все. Ну ладно. Нашли снайпера. Хекс. Сетка. Ну и опять через... Ну, классика. Просто через косу и через дезолятор у темпларки. Все в порядке. Чью Сент-Кинга, возможно, будут проблемы. Досты на нем висят. Даггер через 3 секунды видят его. Главное сбить. Главное просто сбить. Сбили блинк. Отлично. Ну, теперь уже не уйдет отсюда хоуп. И... Хотя даггер... Ну ладно. Спрятался. Кура прилетает. Ой-ой-ой-ой, как же мы просто... Эпицентр. Раскастовал. Даггер в откате. Даггер в откате. В итоге в никуда он ушел. Ну да ладно. Тем временем Мирана все-таки забирает здесь шейкера и идет на свою собственную смерть. Некрофос пробежал мимо. А вот теперь шаман спалил. Темпларка дает инфу, где у нас Мирана. Замедлили. Ну и теперь должны уже уничтожать. Хекс пошел. Копнули здесь Некрофса. У Некрофса не будет небольших... Вообще никаких проблем не будет. А вот Сент-Кинг придется как придумывать, как убегать. Песков нету, даггер сбивают, подкопаться не успевает. Ну, ладно. Полезли спасать. По итогу сами поумирали. Бывает. 3 в 1. Итоговый размен, но... Burn in the Fire очень много ошибаются сейчас. Кстати, за эти 30 секунд можно и на Т3 зайти. Забрать, наверное, не заберут, но погрызть очень даже смогут. Мирана уже делает байбек, понимая, что дело пахнет жареным. Темпларка ворвалась, пол хп уже снесла паку, пак в диффуз. Отлично, сбивают у нас юл и добивают. Без особых проблем, второй байбек от пака. Паришин, правда, уже умер, но как-то им придется сейчас деф отставиться змейке. Ну, слушайте, а это уже минус линия. Действительно. Слишком много ошибок. Стоп, а... Ладно. Добили Мирану. Видимо, слишком много ядов. Фиссура, отлично, шейкер. Возможно, сейчас ворвется с кучи станов. Ну, нет. Без этого получилось отогнать оппонента. Ну, и все отойдут. Линию снес... Ладно. Я уже ничему не удивляюсь в этой карте. И... ГГ. На самом деле, Burn in the Fire очень много ошиблись в какой-то момент. Они вели неплохую... Кстати, да, ошиблись они очень давно. Они вели какое-то время и даже справлялись с агрессией оппонентов и навязывали свою собственную игру. Но вот в какой-то момент отдали инициативу. Может, это случилось с покупкой даггера на шейке, когда они просто не ожидали и отдали драку. Вот именно в тот момент, скажем, ноги подкосилило, и уже не хотелось идти атаковать, агрессировать. Просто с опаской куда-то выходили. Ну, кто его знает. По итогу Пандас проходит у нас дальше. Ну, а мы будем ожидать очень долго, пока у нас начнется следующая карта. По расписанию она через часик, поэтому можно сейчас пойти отдохнуть какое-то время. Ну, а потом возвращаемся и будем смотреть дальше.